создал. Пригласил. Опа, зашел, блядь. Мне нравится надпись снизу у меня, в ожидании хозяина. Homeless man. Подожди, а... О! А, это закрыто, блядь. У меня все закрыто тоже. Два бомжа. Ну что, все, два бомжа, значит? Да походу. Вот это было бы отлично, блядь. Бомжиха. Так далее. Все, старт. Да, я готов. Бомж the backrooms. Бомжает the backrooms. Бомжает the backrooms. Ой, подожди, какая-то кат-сцена снова. А, то же самое. Опять по улице идешь, за тобой картинка человека следует. Ну что, делаем вид, что мы первый раз играем. О, это что, стрелочка? Тут стрелочка, прикинь. Еще одна стрелочка. О, тут картинка, нарисован жук с глазом, с ногами, написано «Оно тебя видит». Я чувствую его страх. Судя по тени, я бомжих. Нашел бы. Я сделал себе техноткань и буду техноткань тебе. Escape. Ты где? Я... Ты идешь? Ты идешь? Шестая. Я так понял, ты его поел, да? Лужня! Чего? Я ничего не понял. Такое видно, блядь. Пошли. А вот комната, да, которую ты уже нашел. Да, да. Я в ней заспавнился. Че надо? Это мое болото. Да хавать! Ладно, люди, 10 рублей не надо. Проект. Да отстань от меня. Ну, отстань от меня. Да отстань от меня. Хотя бы 5 рублей хотя бы. Да отстань от меня. О, похмелиться. Вон, иди, там дают. Хорошо. Я не умею читать здесь бумага. Я могу читать только сколько спирта в бутылке. Читай давай. Я не умею, но... Ты ранен, вылечить себя, выпив миндальное, вот. Это гуманоид, который, кажется, сделан из кабеля, бля. А на какую расу? Тубик, что ли, а ёбать? О, смайлик. В темноте, бля. Блин, какие они тут мрази, эти смайлики, конечно. Да вообще, просто идешь и ничего никогда нигде, и он тебя такой, опа. 1, 2, 3, 4. Справа налево. 1, 3, 2, 5. Ты не уйдешь от меня, бля. 1, 3, 2, 5. Поехали. Это что, как в этом фильме «Глаз», что ли? Я не знаю, я видел твое лицо изнутри, блядь. Пёсик. Куда вы идете? Проследуйте за мной, пожалуйста, в участок. Вы что, хоумлес? Или что? Это шкафчик, ты чё? Зайди туда, посмотри. Опа, это что такое? А что там? Так тут ничего нет. Все, нету? Нет ничего, а что, должно быть смайлик, блядь? У меня, наверное, шиза. Просто. А почему все краснеет? Прячем все. Почему он там стоял? Он что, трупы охранял, что ли? Конечно. Hello? Ты слышал звук? Ты слышал? Ты слышал? Вообще лицо ноль, вообще ничего не происходит. Язык бомжей. Язык бомжей. Как будто закуска к пиву. Пальцы. Блять. Закуска к пиву. С боярышником пойдет. Так, кассету нашел.
Стопа. Стопарик? Ага. Поделись. Так, я что-то слышу. Ты видишь это? Видел, да. За стеной, сквозь текстуры. Чья-то башка... ты чё? Ещё записка. О, 0135. 01... Ты тоже испугался? Естественно. А чего больше испугаться? Моего крика или собаки? Ну ты крикнул, я из-за этого обернулся, увидел собаку и тоже заорал. Я, короче, видик нашел, я поставлю сюда кассету, потом придем посмотрим. Когда ты придешь, вернее. Так, а... Сейчас я вспомню, куда идти. Ой, на меня опять собака напала. Тут еще и проводной. Проводной. Облегчение, когда в шкафчик залазишь, как будто покакал. Ты в шкафу насрал. А я с неё убегать буду, и в него зайду. Все покраснело аж вокруг, блин. Блять, все красное, реально. Че они нам жить-то не дают? Блять. Так, еще одна записка. Картины. Если вы найдете какие-то картины, посмотрите на них поближе. В целом, они скрывают секретный код. Вам нужен красный ключ, чтобы открыть эту дверь. Нормально здесь, конечно, прячешься. Этот чел прям перед лицом стоит такой. А, ну ладно, я не смогу открыть. Все, он ушел. Ну это не страшно вообще тогда. А ты где? Я пью таблетки, где красная дверь. А ты не около телека? Ты же хотел посмотреть кассету. Да, меня там собака чуть не трахнула. Ну я к телеку подбегаю. Ты где? Я здесь. Погнали. Так, чё, Роберт? Роберт Нило. Нило. Subject 02. Пальцы. Пальцы у нас, пальцы у меня есть, да? У меня тоже. Марлин Вильямс. Ухо. Ухо. Почему она с щетиной, непонятно. Лена Рейнольдс. Классное сочетание имя и фамилии. Рука. Так, у меня нет руки. Правая рука. Это у нас что получается? Пальцы, ухо и... Ухо и рука еще надо. Мне опять показалось, или он реально там про... Блять! Ты жив? Я, кажется, да, жив. Бомжевой колесик. Бомжевой... Это я хотел сказать. Знаешь, куда пойдем? Не сюда. Подожди, мы... Бляха-муха, мы где вообще? Мы у зеркала. Пойдем сюда, направо, да. Да я спрятался. Смайлик. Ай, Данди. Я мимо него пробежал. Так, записка. А куда вообще, какая дверь? Ты силуэт видел? Но он смотрит на Ар, когда не прав. Так, что тут у нас? А-а-а, девка за рулем. Давай, открывай, блядь. Какое время там было? 01:35. Я перекрутил. О! Записка. 62:36. Ты видел блокнот? 62:36. У кого-то много денег, у кого-то... Да, блин, смайлики тебе достали уже. Блядь, реально. Что там? 62:36. Ухо? Ухо есть, да. Рука есть тоже. Все, да. О, блядь. Я просто на Е тыкал, взял плоскогубцы. Че все такое, блин? Тяжело. Что случилось? Тебя смайлик поймал? Да пиздец, блядь. Я просто иду, смотрю, там каракульмень. Захожу в другой проход. Оборачиваюсь, смайлик в упор стоит. О, бля, это твоя тень. Это я. О, вот оно. Я в комнате с трупаками, если что. Код от шкафчика. Посмотрите на трупы, они скрывают секретный код. Только обратите внимание на кровь. А где комната с трупаками?
Я даже не знаю, как тебе объяснить. Блять, смайлик. Так, 23. Чё, опять все покраснело? Да что ж такое? Почему смайлики везде? О, он уходит, кажется. Бля! А, он тебя увидел, отлично. 23, 58, 9. 23, 58, 9. 23, 58, 9. Все, открыл. Нос, молоток и медикаменты. Роберт Нило. Угу. Что для него надо? Он первый, пальцы. Так, пальцы, окей. Потом Марлин Уильямс. Ага, ухо вижу. Все. И потом Лена Рейнольдс, без правой руки. Угу, нашел. Что-то не кладется. А, все, во. Mirror has broken. Monday left me broken. Блядь! Да он тут рядом топтался просто. А, смайлик прям зайти. Ай, тут еще и ай! С двух сторон. Тень бомжа. Нет, 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 нет! Съели? Нет, очень близко я к этому, блядь. Бомжолепсия. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Да, бля! Ну, два смайлика. Три смайлика сразу! Но там, я получу. Там смайлик. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. А? Ты где? Ты... Пи-пу-по-по-па-па-па-па-па. В одной из вас в этой комнате что-то есть, но их так сложно разбить руками, что вам понадобится что-то еще. Может, молоток? Так. О, сразу ключик. Если вы найдете какие-то картины, посмотрите на них поближе. В целом они скрывают секретный код. Что-то на первый вообще не вижу ничего. Я вижу Е. И. Правильно будет. О, A есть. R. L-E-A-R. Потом A, потом R. И последнее N. Что у нас там? Предохранить. Это важно, это да, это важно. Котеночек. Пасхалочка? Котичек. Я медленно сворачиваю тебе шею. Это мы вырежем. Радиоактивная зона. Радиоактив. Гаси! Гаси. Все нормально. Точно? Да. О, давай посмотрим, сколько еще. Тут пусто. Раз, два, еще три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12, я правильно понимаю? Да, 12. Гаси. Так. Вау. Идем дальше. Опа, давай, ногами инвалидов. Блядь, давай. Инвалиды да, нельзя. Да, да. Инвалидами нельзя. О, давай, детей. Так, тут все в порядке. О, сюда иди. Сюда. Нет, не туда ты пошел. Ебашь, сталкеров, давай. Сталкер 2 не выйдет. О, давай, гаси лошадь, гаси. Давай, шпоры ей воткни, давай. О, дверь открылась. Да, я тут еще два потушил. Потушенные. Че там? Скинвокер. Скинвокер. Уолта. Уолтер Вайт. Заблокировано. А если я буду стоять под гаражной дверью, ты ее отпустишь кнопку? Давай вместе. О. Чит, это нас. Там трапезничает молодой человек. Skinwalker. Где?
Я хочу вон, это видеть. Вон, жопа голая, видишь? О, вижу, да, вижу. Кушает. Вкусно кушает. Вентиль. Он все еще трапезничает. Пусть трапезничает. Еще один. О, вентиль. Поехали. Все. Поехали, малиновая лада. Красная дверь. Red room. Еще один вентиль. Еще один вентиль. К тебе побежал. О, чел! О, карточка. Так, ну, кажется, это все. Да, не дает уйти. Скрипач старается. Он за мной бежит еще. Это мой ящик! Пизда мне. Такая сделка, конечно. Ты не успеешь, он уже близко. Ай, блин! Он за мной не бежал. А, нет, бежал. Прячемся. Крути давай. Все. Будь готов дверь закрыть за мной. Окей, давай. Да за мной, не передо мной, блядь! Ты идешь? Ты идешь? Да. Ты идешь? У меня стамина кончилась. Ты идешь? Ты идешь? Да Зак, открой, блядь, козел ты сраный! Что ж ты за урод такой? 48.05. Я тебя жду в лифте. А, это... У меня, кажется, аж персонаж обосрался. У него помехи начались, всякие галюны. Таблетки пришлось выпить. Ай! Что-то я проглядел. Около тебя стоит? Да, он не может в лифт протиснуться. Я сейчас сделаю так, я его прижму к стене максимально, и ты сможешь просветиться. Прижмешь к стене, как в аниме засосёт. Да-да-да. Давай сюда. А, ты хочешь заскринить? 48.05. До связи, чел. Гуманоидное существо живет в бэкрумс. Пойдем сразу свет включим, а? Ура! Да будет свет! О, записка. Let's find the guest. Давайте поразвлекаем гостей. А давай снимем химзащиту. Давай снимем. Еще в колпаке. Я в колпаке? Бомжи тоже любят веселиться. У бомжей тоже есть праздники. Нажимаю. Давай на счет три. Раз, два, три. Замуровали. Давайте поиграем. Лопните их все или умрите. Окей. Детская игра. Да, лопни все шарики или умрешь. Это всего лишь шарики. Вторая стадия испытания. Давайте поиграем. Найди свой подарок. Гифт. О, встаньте, чтобы играть. Ну давай искать. О! Нашел? Нашел тень этого чувака с шариком. Да, я тоже вижу. Нашел подарок. Один из одного. О, ага, отлично. Что написано-то? Все, еще подарки ищем. Угу. О, один есть. Время заканчивается. Таймер заканчивается, да-да-да. Аккуратно. Проснулся. О, нашел. О, все, отлично. Фу, глаза, мозги. Скелеты! Задание то же самое. Теперь уже три подарка. Слушай, я думаю, может желе съесть. Потому что там было желе, поэтому че его жалеть-то? Зачем жалеть желе, да? Да, правильно. Опа.
Ни одного не нашли, да? Я вообще ни одного не вижу. Он ваншотит? Сейчас мы это и узнаем. Да, он ваншотит. Я воскрес. Ты уже один нашел, да? Да. Кажется, он сейчас выйдет. Он вышел. Поиграть. Нашел еще один. Бежит! Да блядь! Он чувствует наш страх. Да. Скелеты, кости, смерть. Кладбище, блядь, черепа, нахуй, ёб твою мать-то, блядь. Нашел еще подарок. Отлично. Бежит за мной. Все? О, стены ушли, а он стоит. Он остановился, да. Смотри, смотри, ходит такой. Blow the candles. Задуйте свечи. Ой, я помню это. Я тоже. Какая же херня. Вот тут вот, да-да-да-да-да, вот тут обойди. Да-д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 а. Не-н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 е
одна. Вон еще одна, тоже тебе. Есть, есть, есть. Следующая тоже самая, полагаю, да, будет? Практически, да. Есть. Они все у тебя там. Есть. Теперь надо торт. Есть. Есть. Все. Есть. Карточка красная, все готово, валим отсюда. Как? Я не знаю. Как ты туда попал, блин? А время-то тикает. Да ёпта мать-то, блин. Времечко-то идёт. Пизда мне, походу, да? Не знаю. Блин, да! И тень только такая побежала. А чё это? А чё встали? Ты вещи успел забрать? Свои? Да. Точно? Ай-яй-яй-яй-яй! Бомжара! Ай-яй-яй-яй-яй! Ту-ту-ту-ту. Вот знакомое местечко. Нога. Глазок. Рука. Глазок. Рука. Глазок. Тарелка. Нога. А, я больше не могу нести. Возьми ногу. Желе. Я еще... Ага, их двое! А еще один! А что происходит? Свет погас, и появились эти чудики. А тут чел стоит, ты видел, да? Угу. Очень довольный. Мы должны собрать для него все эти ингредиенты. 5 рук, 5 ног, 6 глаз, 3 головы, плюс 1 секретный ингредиент. Ну давай начнем сразу складывать тогда. Как они души-то. Задушили. Меня задушили в полете. О, идет. Оу, куда он? Куда он пошел? Давай ключ. Пошли в дверь. Пошли. Потерялся в подсобных помещениях. Просто пластмассовые человечки задушили бомжиху. А у меня бомжа. Бомжи съели бомжа. Ой, конец. Нет, еще тортик. Я несу тортик. Час 15 минут. Фреш флэш кейк. Флэш хрэш нэш пэш. Мы снова здесь. Я не могу. Этот запах офиса. Я сейчас... Ты-то откуда знаешь запах офиса? Да я знаю. Я смотрел все сезоны офиса. 11. Пизда мне. Find the exit. О, циферки. Стрелки показывают код, но это перевернутая комната. Может, я помню, да, я попробую? Короче, 20, 30... 40, 70, 50. Ну что? 20. Там взлом. Получается? 30. Получается? 40. Ты идешь? 70. Ты идешь? 50. Лежать! Молодец. Датчик движения. Вы видели все компьютеры в зоне?
Некоторые из них содержат полезную информацию. Все, меня съели. И в колпачке бомжара. Видишь, тут раз, два, три, целых три. Ни на одном мониторе нету. Я вот. Серьезно тебе говорю, мне ни на одном мониторе нету. Да здесь, здесь. Нет, у синий экран. Да я верю, дай мне тогда эту херню. Бросить. Иди будешь водить все. Иди нахуй. Иди нахуй води все. Ой, как же тяжело будет. Ну ладно, давай попробуем. Джей. Дальше какой? Коричневый. Коричневый, идем дальше. Т. Розовенький. М. Потом желтая. Ты знаешь, да, что у меня проблемы с ярко выраженным зеленым, и я его путаю с желтым. Okay. Давай попробуем сначала W. К тебе челик идет аккуратно. Я в шкафу. Здесь тоже желтый. Че вообще, блин? Да, коричневый следующий, после желтого. Ты же говорил уже коричневый, что не помнишь? Ну красный он. Почему нет красного? Есть красный. Ты че, реально дальтоник? Ну второй коричневый, пятый красный. Он просто в углу, его плохо видно. Я не могу, блять, мы не пройдем. Это красный. У меня вот здесь вообще белый, вот здесь у меня синий какой-то, вот тут у меня желтый. Ага. Здесь у меня коричневый, ты его вводил уже. Здесь у меня желтый опять, здесь у меня розовый. Сука, ебаный свет, блять. Почему у меня мониторы все синие? Игра для дальтоников. Спасибо, да, разработчикам. Да. Пиздец, блядь. Ну посмотри сам, какие цвета здесь, блядь. Сейчас. Я вообще никак не вижу, ну какой-то вообще фильтр на игре, блядь. Вот справа верхний угол, пятый, вот это вот. Какой коричневый, блядь. А второй серый, да, скажем? Да, все, все, все поняли, тихо. Так, белый. Темно-белый, что ли, что это? Коричневый называется, да. Это не коричневый. Коричневый пятый. Ага. Серый, значит, наверное, темно-белый. Наверное, да, серый. Так, дальше розовый, потом зеленый, потом. Стоп, нет. Белый. Белый, серый, серый, розовый, розовый, желтый, желтый, коричневый, коричневый, зеленый и синий. Всего 7. Иди, да? Иди найди, блядь, серый компьютер. Давай ты все стирай к хуям, давай заново. А всего 7, да? То есть тут даже, да. Тут еще каких-то не хватает, получается. Подожди, раз, два, три. В этом вся и проблема, походу, была. Да, блядь! Так. Да, здесь белый. Ну, значит, серый это Джей. Я символ, в принципе, запомнил, да? Значит, серый это Джей. Значит, первая буква какая? Первая буква дальтоник, блядь. Пиздец. Два человека просто. Загадка с цветами. Нате вам, пожалуйста. Два дальтоника, блядь. Да, да, да. Кей. Кей. Кей, Джей. Розовый какая? М. Потом. Желтый. Я вот этот не понимаю, это желтый или зеленый? Ну вот этот ярче, по-моему. Вот этот желтый, значит, тот зеленый. Q. Коричневый. T. Зеленый. W. И синий, соответственно. Синий, вижу. О. Синяя дверь открылась. Готово! Ты дурак, я знал, что ты так сделаешь. Поздно сказал, я это вырежу. Я сохраняю этот момент и выложу себе. Следующий бассейн полностью радиоактивный. Также кишит редкими существами, окружающими под водой. Ну что, пойдем. Я так и знал. Я прям вижу, что ты на него идешь. Я все. Молодец. 100 рублей мне на баланс, пожалуйста. Судя по той подсказке, нам нужна дверь с двумя символами. Если войдешь не в ту дверь, то тебе дадут пизды. А, ну это уже, блин, это вообще бэкрумс какой-то. Сбежал из бэкрумс. Вау, это просто incredible.
Жестко. Кома. Не хочу типа ничего вспоминать. Бэкрумса не существует. Это просто в коме сидела 2 года. Угу. Бомжиха. Так развернулся. Анимация великолепная. Мы снова здесь. Снова седая ночь. И только ей доверяю я. Ты отойди, ты, блядь. Да, блядь. Тебе надо подбежать к трупаку, понять, что там на записке. Да? То есть ты мне будешь говорить, да, что мне делать, да? Потом расшифровать и продиктовать мне код, который на колоннах. А почему ты указываешь мне, что делать? Потому что я главный, я старше, блядь. Какой тебя, ты нахуй главный? И что, что ты старше? На 6 лет, тебе право нахуй, блядь. И что? И я что, старикашка, главный, блядь? Старикашка возмущается, блядь. Старикашка, какашка. Ты, блядь, старше. Старикашка, какашка. Ты диктовать мне будешь уже, блядь? А? Эй, которая, типа. Та-та-та-та-та, блядь. Джей, Би. Угу. Кружочек. L. Да, блять! А JBL. А JBL будет? JBL, блять. Все? О, все, я прыгаю вниз. Тут около лестницы, прям аккуратно. Вау! Теперь открыто. Ой. Тот самый коридор. Ну что? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Воу-воу-воу-воу, кто там-то кричит страшно? Ааа, блядь. Ааа, руки. Эта игра совсем не дышит. Можно уже просто добежать, спасибо. Видел вообще, что здесь хуйня? Да, я видел. Я получал уже эту концовку. Потерялся в подсобных помещениях. Надо было назвать себя бомж. Опа, поймали. Я уже получал эту концовку. Бля, все испортил. Встал в конце. И снова мы тут. О, мы же уже это проходили. Ты, чтобы смешнее было, должен говорить, не уже проходили, а мы же уже здесь были. Это же та же самая игра, как Inside, только Escape, только наоборот. Лопни себе, ебало. Пиздец, блядь, ты токсик чел. Я знаю, спасибо. Еще вот так вот фонариком въеби еще, блядь, сука, нахуй, блядь. Ты токсик чел. Мистер Наебочкин. Мистер Бист. Ребята, сегодня мы нашли 14 бездомных и будем убивать по одному, если вы не сможете сделать 10 отжиманий. Карту забрал? Да. Валим отсюда поскорее. Мы же тут уже жижи-бажижи. Ух ты, ух ты. Сущность 25. В глубоких тоннелях водостока водятся какие-то злые твари. Это мы с тобой. Но они никогда не знали внешнего света. Поэтому приспосабливаясь в этой темной, влажной и тревожной среде, чтобы выжить, их тела полны инфекций, а их морды полны злокачественных бактерий. Они слепы, хотя и чрезвычайно агрессивны. Им удалось развить слух, который очень чувствителен к любому шуму. Если вы встретите его, наклонитесь или останетесь неподвижными, чтобы не шуметь, помните, для них мы просто свежее мясо посреди бесконечного влажного туннеля. Класс опасности 6. Смотри, сколько тут что, аптечек. Пиздец, да?
Это мои вещи были! Тварь. Это, значит, мои были вещи. Плоскогубцы, блядь, молоток мой спиздил, блядь, нагло, взял, подобрал, блядь. Ты его выкинул! Взял, блядь, подобрал. Что был тебе не нужен? Я бомж, мне все сгодится. Если кто-то прочитает эту заметку, я должен предупредить вас, что вы собираетесь войти на очень темную, захудалую территорию, полную агрессивных существ. Пытаясь сбежать, я нашел бесчисленные трупы, многие из них содержат важные предметы, которые могут быть полезны, если выбраться из этого ада. К сожалению, одно из этих существ укусило меня, у меня закончилась энергия, и я больше не могу продолжать. Я даю вам совет, и я надеюсь, что вам повезет больше, чем мне. Это будет весело. Наверх, посмотри наверх. Ненавижу тараканов. О, рука и жоп. Сам такой. Тихо. Тиранозавр Рекс. Я свистнул. Ой. Это что такое? Пять трупы. Измельчители мусора, дробилки. Перебраться на другую сторону кажется невозможным, но есть способ. Вам нужно найти рамку 3 на 3 и расставить числа в правильном порядке. Это должно остановить их. Может просто тебя закинуть туда, да и все, все равно бомжиха. Пошел ты нахуй. Че? О-о-о. Давай аккуратно. Угу, угу, молодец. Угу, угу, молодец. Угу. Не, ну чел, который делал игру, он прям это, маньяк какой-то. Три шестерни доминируют над двумя боковыми противовесами. Вы должны опустить их с помощью рычага до такой степени, что они нажимают нижние кнопки, когда оба индикатора будут зелеными. Внутренние шипы ячеек поднимутся. Найдите оставшуюся шестеренку и рычаг, чтобы активировать механизм. А что происходит? Нам челик мешает выйти. Вот что происходит. Помахал мне. Угу. Типа, проходи уж, ладно. А, похуй. А тебя все равно крысы загасят. Опа. Записка. Я наконец взломал его. Он представляет собой лабиринт полный баров и кнопок с двумя отдельными контурами. Каждый контур дополняется другим, вот вам придется использовать под кнопками, блин. Вы должны отделить и убедиться, какой забор скользит при нажатии кнопки. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, каких-то 500 рубильников дернул, и в итоге что у нас? Что мы имеем? Дверь. Все, пройти можно? Нет, она заблокирована. Для нее ключ, видимо, нужен. Кусачки. Или кусачки. Кусачки, кажется, остались в начале. Я схожу. Записка. Я устал, я искал везде, и я не могу найти эмблемы, которые должны быть размещены в комнате для очистки воды. Просто проверьте основные каналы, чтобы увидеть, не затоплены ли они. Но эти мутные воды не позволяют, я вижу дно. Если бы у меня был только металлоискатель, было бы намного проще. Если кто-то найдет шкафчик с накладкой для замка, используйте следующий код, чтобы открыть его. 5824. Я забыл достать свои вещи из этого шкафчика. Есть такое тоже. И такое есть. Ну, такого нету, конечно. Ключ лечения воды. Сила тайги. Тут собака бегает, прикинь. Ты настолько здесь... в самое начало пошел. Канализация. Да я, блин, пытаюсь дойти до начала. Хрень, она тут бегает, пытается меня достать. В воду не хочет залазить, но вокруг бегает. Собаки не боятся воды. Ну, это боится. Кошки боятся. Может, она... Кошбака? Угу, собакошка. Кошкабака. Сапожка. Сапожка. Я дошел до какой-то комнаты. Отсюда попадали рука жопы. О, тут замок. Так, тут какая-то ручка шестерни, да. Какой там код был? 5824. Дверь открыта. Шкафчики. Металлоискатель. Ты, блин, где начало-то? Я не могу найти. Найти. На F фонарик, если чё. Умер. Ваш водитель умер. Ваш водитель крыс. Ай-я. Всё, я подобрал кусачки.
На всякий случай, если я забуду углы переключения передач. Чё? 160, 160, 320. Чё? Да ничего. Ой. А? Ха. Кому-то плохо тут было. Не будет. Вдоль коридора были расставлены охранные пики-ловушки для защиты некоторых зон. Если кто-то хочет отключить их, вам нужно соединить кабели в кладовой. Это должно остановить шипы. Так, шорткат открыт. Ты чё и приманиваешь эту пакость? О, вторая! Капец, они злые. Спасибо, блядь. Ты Биг Бой рукожопик? И уходить он отсюда не собирается. Сюда надо что-то засунуть. Если кто-нибудь увидит этих существ с руками, разгуливающих по комнате водоподготовки, залейте маслом все каналы. Это оглушит их на несколько минут. У вас нет масла, да? Душишься, да? Да сколько тут надо всего? Сейчас пробежим. Душишься, да? Сейчас пробежим. Душишься, да? Сейчас пробежим. Козел. Че тут, блядь, сейчас пробежим. Че-то уловил. А, медальон. Первый есть. Я нашел выжившего, и он рассказал мне о статуе, которая говорит вам, как разместить потерянные медальоны в процедурной комнате. Вам нужно пройти через несколько движущихся дробилок. Да нам нужно будет посмотреть, как их остановить. Сюжетные разработчики, вы. Нам нужно будет посмотреть, как их остановить. Ходят слухи. Мы видели, что вы уже играли 6 часов. Ебашьте еще 8. Ходят слухи. Что как только это будет сделано, откроется потайной отсек. Вау. О, крысы там же и застряли, куда я их заманил. Че это у нас тут? Так. Три канистры. Одну я не могу взять. В одной из этих бочек все еще есть нефть внутри. Достаточно ударить по ним, чтобы увидеть, заполнена она или нет. Чтобы извлечь из контейнера, вам понадобится бочка. Заполняем. В химзащите в колпаке бомжара, бля. Колпак дает плюс 2 к защите от инфекции. Да. Плюс 2 к позитиву. Дай, блядь, ебучая собака, иди нахуй отсюда. Какая она тупая. Так. Ну что за мразь, а? Отстань от меня. Она на каких-то спидах, как она так быстро передвигается? А собака, у нее 4 ноги. Да пошла она, блин. Тебя убили под этот звук? Да. Так, записывай. Синий АЦ, черточка 2. Красный БА, черточка 3. Green RJ. Так. RJ, черточка 4. Four. White. Yes. AB. Yes, yes, I feel you. Черточка. Well. One. So. Oh yeah, thank you so much, my boy. Так, я заливаю топливо. Или что это, нефть там? Херня, короче, что-то. Привет, рукастик 1, привет, рукастик 2, привет, рукастик 3. Как же я люблю BTS, вот они слева направо. Чонгук, Чимин, Тингачгук. Бля. О, собака! О, пищит. Луч нашел. Солнца золотого. Еще один нашел. Вам нужен ключ, канализационный выход, а у меня такого нету. Я стану канализацией. Падением в отходы. Бля. Что случилось? Все в порядке. Заполняем эту парашу и выкидываем канистры. О, помнишь комнату с шипами? Да. Она перестала шипиться. Шипеть. Егор шип. Так. Я не помню, где она. Посвисти. Тут у нас кнопочка. О, вон ты где. Все, забрал эмблему.
Предупреждение, если номера кадров 3 на 3 в порядке шейдера перестанут работать. Так, 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 так. И так, и вот 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 так. Да блять, ну какая, да крестики-нолики, блять. Эта игра совсем не душит. Я не нашел вход, я нашел только эти штуки, которые крутятся. И... В сторону крыс иди, но только с обратной стороны, где они перекрыли все. Где мы первый раз были, когда мы загнали их туда. Ты загнал их туда. Ну я около жоп их. Ну надо с другой стороны было зайти. Ааа, они вышли! Печально. А можно я, можно я, можно я поиграю? Да я, да я. Нет. Я знаю, как решать. Не знаешь. Знаю. Знаешь ли ты? Знаю. Там еще есть локация дальше, можешь посмотреть. Чел. Что там чел, есть? Ты все делаешь неправильно. Блять. Легче делать мне от этого не станет, если ты будешь над душой стоять. Чел, ну ты все неправильно делаешь, короче. Тиу. Эта игра совсем не душная. Нахуй, блядь, заебал уже. Моя очередь. 2 seconds later. Ай, джин, 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 джин. Чё? Чё, охуел? Да. Я обязательно наложу момент, типа, прошло 2000 лет. Это сука. Вообще, нам надо пойти в комнату, где эти дробилки, и там посмотреть, как надо. Алло. Че? Да я тут в окружении собаки. Что-то изменилось у меня, написало снизу. Да я сам уже сделал. Рыба, Калил. Крыса, птица. Ой, блядь! Ух, повезло мне. Я потерялся. О, дробилки остановились. О, шестерня, спасибо. И тут подсказка как раз была. Рыба, крыса, птица. Мне кажется, кругами ходим. Эчпочмак. Эчпочмак с горящим чаем. 160, 160, 320. Готово. Вам нужно ведро. Канализационный ключ. Где мне взять-то ведро это? Да у меня ведро. Тут еще подсказка. Набираем мясо. Набрал? Вроде да. Готово. А куда нам надо это мясо? Сейчас увидишь. Куда нам надо это мясо? Сейчас увидишь. Нашел то, что нам нужно. О, маленькие крыски. Вот, короче, для них нужно это мясо было. А что мне делать с ведром? Ну, в руки и пошли. Если нападут, кидаешь мясо им немножко. А что с ними? Нихуя себе, сколько их. Вау, как красиво они встали. Пошли. Ух ты. Ну зачем? Мгновенная карма. Мгновенное воскрешение, ёпты. Знаешь, кого он тут жрал? Он собачку жрал. И идет дальше жрать. Иди к своему щитку, к левой части. Не-не-не, к левой. Да, блядь. Давай, что там? Розовый АС2, синий АБ1. Угу. Желтый RJ4. Все, у меня готово. У тебя там что? Ну, как кушает, смакует. Так аппетитно ест, я аж тоже захотел поесть. Ух ты, бля! Потерялся в подсобных помещениях. Давай, когда уже? Хорошие концовки-то будут, нет? Бомжик поднимается. Эй! Эй! Воу!
Ты видел? Что это было такое? Террор Хотел Левел. Все, погнали. Черный рот, погнали нахуй. The boiler rooms. How did they get a test? Необходимо будет выполнить следующие шаги, чтобы карты заработали. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, тюрьмо собачье. Решил ко мне лезть, ты. Зажгите камин. Отремонтировать твой ебальник после. То есть трубы, да? Да, водопроводные. Установить правильно температур. И как-то... Блять, уронил, все. Как только это будет сделано, последним шагом будет нажатие на рычаг, чтобы запустить механизм. Тут еще все двери заперты. Абсолютно, кроме вот этой. Ах ты, сука. Пошли пароль, давай. Пароль, назовите мне, блядь. Сколько шейдеров! Похуй. Зрители, блин, похуй на меня. Так. Я, кажется, что-то вижу в конце коридора. Мотылёк? Это твоя смерть. О, он летит ко мне! Он летит ко мне! Есть зажигалка? Нет. Я заныкался в номере, и тут 6 килограмм слитка. У меня 10 килограмм слитка. И чё ты? Крутой, что ли? Да, у меня больше. Я сейчас ещё больше найду. Опа. Скин стилер. Блять. Какой-то челик. Хромой. Блять. Мне пизда. Какая же локация огромная. А как не быть убитым мотыльком? Не идти на него. Меня ебут. Меня съели. В старых заброшенных коридорах водятся гигантские летающие насекомые, отличающиеся фигурой, напоминающие череп на спине. Их привлекает свет и больше, когда источник бьет прямо в них. Однако, когда они не имеют видимости, им трудно найти угрозы. Все, меня съели. Они чрезвычайно территориальны и агрессивны, поэтому если вы увидите одного, бегите и не оглядывайтесь. Некоторым членам команды удалось сбежать через лифт, но, к сожалению, мы потеряли ключи. Но есть еще один набор ключей, но он есть у одной из этих штук. Единственный способ получить ключи — это каким-то образом отвлечь эту штуку. Может быть, мы должны привлечь его в столовую с едой, которую они обычно едят. Мы знаем, что если на тарелке есть еда, и мы звоним колокольчик, эта штука придет. В общем, надо кого-то из них заманить, да? Нет! Где там какой-то экшен происходит, а у меня тут вообще тихо. О, у меня какой-то челик на кровати сидит. Дел чё нёс. Блять! Это сейчас глава ЖК. Пиздец. Искусство, выставленное здесь, одинаково в некоторых комнатах. Просто обратите внимание на номер комнаты. То есть надо чё? Найти комнаты с такими же картинами? У меня тут картина собаки рыцаря, бля. Да? А какая комната? Это 108-я. Так, первое есть. А нужен камень с рыбой? Ну, наверное. Стой на месте. Ох ты, бля. Ну, пошли, чё, неси. Иди нахуй. Я его выменял на груз 10 килограмм. А где? Чё? Бля, тут мужик за мной бежит, жуко-голововский. Какая-то ванна наполнена водой. В воде вроде ничего нету. Тут же есть комната под замком. Это жучара, я его родственник. Есть ощущение, что этот уровень чрезвычайно душный. А как выбросить этот камень? Я его случайно взял. Никак не выбросить. Камень можно было здесь растворить. В нем нихуя. Пустышка. У меня сейчас все сломалось. Хер пойми почему. Ты здесь, слышишь меня? Да я слышу, да, я забрал еще одну окаменелость. Все растворяется.
пенная вечеринка. То есть кислотная ванна, моя любимая. Это очищенный ничего. Драгоценный камень. Такой крик. Тут вообще какая-то головоломка со светом. Да я тебе кристалл, кстати, точнее, ты взял из ванной кристалл, который отражает. Да-да-да, точно. Папа писка какашка. Попа пиписка какашка. Можно я? Попа пиписка какашка. Да, блять, нахуй ты меня заразил-то. Оказывается, снимать видосы — это тяжко. Попа пиписка какашка. Я так и знал. Нифига. Ключи от котельной. Ключи от котельной, отлично. А где она, блять? А в самом начале же где? 500 комнат. Ай, мотылек. Ай, скинстиллер. Что такое, Дэнди? Об этих сущностях почти ничего не известно. Это гуманоиды с нечеловеческим лицом. Судя по всему, они наблюдают за гостиницей, бродя по всем комнатам и коридорам. У них была замечена рвота зеленой жидкостью, которая очень вредна. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться ни с одним из них, потому что они довольно враждебно относятся к тем, кто не является гостями отеля. Ходят слухи, что они любят поедать коконы мотыльков, обитающих в этом районе. Очень редко их видели за едой в главной столовой. Использованная литература. Следующее фото сделано во время экспедиции в заброшенном отеле. Попа пиписка какашка. Мы в котельную идем, блять, или да! Нет, нахуй? Куда идти-то? Пошли. Веди. О, молодец. Попа пиписка какашка. Починил. Попа пиписка какашка. Я есть груд. Попа пиписка какашка. Ищи еще сломанные трубы. Сломанных тут нету. Тут есть чисто вот места, где вот трубы есть, нет. Вот есть, козел, вот есть. Ну вставляй, вот еще есть место. Козел. Где? Сюда иди, попа пиписка. Какашка. О. И чё теперь? Теперь можно уровень температуры регулировать. Стоп. Первая. Вторая. Третья. Дымоходы. Если вы найдете камин, не стесняйтесь зажечь его. Эти дымоходы подключены к системе отопления в котлах. Поэтому, если они все загорятся, техника снова сможет работать. Где-то телефон звонит, слышишь? Уже не звонит. Я слышал один раз, да. Всё. Забрать лицо статуи. О, ключ от склада. Ты нашел склад? Да, вот он, открывай. Что-то светится. Виниловая пластинка. Свеча. О, можно зажигать камины свечкой. А пластинку-то ты подобрал же, да? Пойдем к граммофону. Заставьте снова играть музыку в танцевальной комнате. Выйдите из комнаты и вернитесь через некоторое время, когда наступит время сыграть три клавиши в правильном порядке. А, то есть нам надо будет вернуться потом просто. О, в музыкальной Чё комнате нашел? Рояль появился. Вот три клавиши, да. Плевать, если я заболею. О, что-то произошло, да? Но это было просто.
Че это такое? Опа, комната новая открылась. А тут телефон, кстати. Вот, походу, здесь и звонил он. Камин еще один здесь был. Есть три бойлера. Каждому нужна определенная температура для корректной работы. Это температуры: первый котел 35, второй котел 20, третий котел 30. Помнишь, да, там было такое? Первый, угу. Второй, третий. 35, 20, 30. Пойду, угу, введу. Чуть все равно нифига. Ноль реакции. А, надо же зажечь еще последний камин, да, наверное. Там же что-то вроде было сказано такое. Я отвечу. Я успею. Так. Ну, алло. 4, 1, тихо. 3, 4, 1, 8, 3. Все, тот самый замок открылся. Было найдено гнездо смертоносных мотыльков. Исследовательская группа пыталась поймать экземпляр кокона этих существ. Поймать экземпляр кокона. Но все вышло из-под контроля. Если кто-то еще жив, обратите внимание на это. Мотыльки могут быть оглушены паром, но, к сожалению, котлы перестали работать. Поэтому вам нужно починить их снова и заставить их работать. Короче, нужен еще один кабин и все, да? Последний камин надо искать, короче. Вдалеке послышался звук мотора. Скорее всего, это котлы заработали. О! Оп, пролагало. Все. Вот это кайф, я жду тебя. О, пошли. Они все еще здесь, но... Их гасят жестко. Я пробежал. Я вот тоже. Тут челик держит кокон. Кокон мотылька. Ты теперь можешь им приказывать, прости, что... А, это надо чувака пригласить, этого, да, который, да, да, хромает. Кушать подано. Урод безмозглый, иди сюда. Идет. Угу. Реально жрет, смотри. Блять, за мной еще один погнался. Ай, блять. Да иди нахуй, вот сука. Ну почему я его уебать не могу этим блядским фонариком? Сзади тебя еще был человек. Ой, его мотылек схавал инвалида. Есть. Да, сука, я у него ключ забрал. Меня мотылек схавал. Я воскрес. Так, смотрим. Ключи, которые можно открыть лифт. Да, блядь, то... вы, сука, пиздец, оно это прям вообще душнилово конченое. Где ты, говоришь, в главном зале? Да. Бомжа впустили погреться в отель. Бомжиху. Все. Блядь, какой же это пиздец. Эта игра совсем не душная. Не, разработчики классные, молодцы, шикарный уровень, просто великолепный, чудесный, потрясный, зашибись. Кто тут? Это мы так дышим? Да. Чего, блядь? Все ради вот этого вот. На какого-то бомжа напали какие-то, блядь, часы, блядь. Бомжи напали на какого-то бомжа. Уеда. Теперь твое говно смешалось с моим говном. И ведь продолжение будет, понимаешь, да? Заебись. Шестой уровень. Шестой уровень, ждем. Мы охуенно. Его не увидим. Ждем прохождения самой нормальной игры Escape the Backrooms. Будет первые прекрасно. Четыре уровня были еще какими-то атмосферными, что ли. Что-то было в них такое. Вот, ну, не считая офис. Офисы, блядь, кал ебучий. Но этот уровень — это просто пиздец. Отель. Сыбись уровень. 500 врагов, которые постоянно тебе мешают, блядь, не дают пройти. Ты только воскрес, они сразу тебя убивают. А как играть, блядь, если ты на сложности хард, например, или на нормале, где у тебя 10 жизней, блядь. Ты воскрес, и тебя убили сразу же. Минус жизнь. Минус две жизни. Пошел нахуй. Долбоебы, блядь, что сказать. Минус жизнь, минус две жизни. Заебись, блядь. Долбоебы, блядь, что сказать. Хватало бы двух вот этих челиков с башкой, как у насекомого. Скин стилера нахуй оттуда не нужен. Одного мотылька. Ну и собаку можно было добавить, и все. Ну, блядь, ну что за бред, а? Собаку можно было бы добавить, если бы она делала... Иначе не согласен. Ну а так визуально, конечно, уровень прикольно сделан. Картинка красивая. Поп-пописка-какашка.